Всем привет! Я нахожусь в Москве на улице Пречистенка, где буквально сегодня собянинские варвары закатали плитку в асфальт. То есть они так распиливают деньги. Сначала уложили плитку, теперь непонятно зачем поверх плитки уложили свежий асфальт. Сейчас я вам это покажу. Вот свежее асфальтное полотно на тротуаре. Вот бетоны, это даже не бетон, это гранитные бордюры новые. Все покоцанные, грязные. Теперь вот смотрите, углы отбиты. А там я вижу дальше рабочих. Сейчас подойду, покажу, что они делают. Это только машины от рабочих. Самих рабочих уже, видимо, нет. Либо дальше, сейчас пройду дальше. Здесь прям только что, буквально, я не знаю, минут, может, 10 назад положили асфальт, потому что ноги прилипают, то есть ботинки, все липкое. Самый дальний кусок улицы, здесь еще не успели испоганить плитку, вот она. А на всех остальных участках уже как бы везде асфальт. Нет, на самом деле, только вот почему-то на этом пятаке плитка. Вот дальше, смотрите, снова начинается асфальтное полотно свежее. Вот, то есть, слияние. Вот вообще верх уродства. Возле бордюра край заклали асфальтом. Смотрите, водосток, водосточная труба. И водосток заложен также асфальтом. Верх маразма и дебилизма. На асфальте уже начали образовываться какие-то лужи. А вон в самом конце улицы стоит техника, каток. Но рабочих уже нет. Хотел взять комментарий у кого-нибудь, может, какой-нибудь бригадир будет. Вот, смотрите, техника, которая уродовали улицу. И все, собственно, конец Пречистенки. Сейчас перейду на другую сторону. Перешел на другую сторону улицы. Здесь, собственно, все то же самое. Полностью весь тротуар уже заложен асфальтом. Рабочих не видно, никаких бригадиров тоже не видно. Хотел взять у кого-нибудь комментарий, но, видимо, не получится. Поздно пришел. Но сейчас пройдусь дальше по улице. Может быть, кого-то все-таки встречу. Вот, смотрите, свежий асфальт. Водосточные трубы, разумеется, под ноги. Никакого стока нет. Все, просто будут опять формироваться гигантские лужи, портится асфальт и прочее уродство. Вот, смотрите, труба вообще по колено человеку. Надо было делать по шею, чтобы бомжи могли мыться хотя бы. Вот реально по колено, смотрите. Просто какое-то уродство адское. Так, да? Они вот камень этот самый, как он, бордюрный. Испортили, они да? Они его, нет, они его просто вынули и закопали старый. А, то есть вынули новый камень и закопали нет, старый? Вот как он был, они его обратно закопали. А. Чем поднимали, не знаю. А, понятно, ну хорошо, спасибо. Вот опять асфальт плавно перетекает в плитку. Небольшой кусок плитки. И дальше вот снова на перекрестке начинается свежеуложенный асфальт. Вот, сейчас буквально подойду. Не знаю, сколько метров, 20 прошел, вот смотрите, начинается опять асфальт. Дальше за перекрестком опять плитка. Я думаю, это временно, наверное, на следующий год они опять решат распилить бабло из бюджета и, собственно, либо плитку везде будут укладывать, либо асфальт. Вот, смотрите, дальше снова начинается плитка. Извините, можете прокомментировать, как вы относитесь к тому, что плитку закопали в асфальт, вот, на Пречистенке? В некоторых местах. Без комментариев. Да. Спасибо. Вот снова кусок улицы, где асфальт перетекает в плитку. На этот раз это уже крупная плитка, не мелкая. Ее почему-то не стали закладывать асфальтом. Водосточная труба, где канаву заложили асфальтом. Видите, вода будет растекаться по тротуару. Подписываемся на мой канал, ставим лайки, комментируем видео. Будет много всего интересного. До новых встреч!